Дорогие друзья, перед вами Геннадий Гарбузов, кандидат биологических наук, диплом по фитотерапии, нутрициолога, автора больше 20 книг по здоровью, в том числе книги по онкологии, учредитель компании «Витаукт». Я уже выступал перед вами неоднократно, и сегодня хочу продолжить наш рассказ об интереснейшем препарате, даже не препарате, а траве, под названием лаванда. Это что-то нечто. Я, честно говоря, когда знакомился с ее лечебными свойствами, оздоровителями, там очень огромный спектр у нее возможностей всяких. И аппетит возбуждает, и лечебные свойства, там, и сон улучшает. Но не в этом. А то, что лаванда – это царская трава. Давайте вот так вот назовем ее. Почему? Вот сейчас я вот кратенько это и объясню. Такое маленькое отступление от того, что я буду рассказывать. Свой восторг можно так вот проявлю немножечко? Потому что лаванду даже Клеопатра применяла для того, чтобы соблазнять мужчин. Потом европейские королевы даже для того, чтобы улучшить свою привлекательность, там, Елизавета особенно любила, чтобы у нее в кровати постоянно был аромат лаванды. И она заставляла, чтобы вокруг дворца была лаванда, чтобы полы мыли только лавандовой водой, чтобы букеты везде стояли лаванда. То есть это как бы царская трава, это как бы элита. Вот в Древнем Риме там патриции обожали эту траву. То есть история это только для привилегированных людей. А теперь вот вкратце я такую преамбулу сделал, теперь я хочу объяснять почему. И всему этому есть научное обоснование. Это не просто так, знаете, народы там, какие-то молва, там что-то такое, россказни. Нет, это все намного глубже, и все это можно как-то объяснить. И я вкратце это попытаюсь все эти особенности этой царской травы рассказать сегодня. Вот такие кустики лаванды мы выращиваем в больших количествах и у себя здесь в Сочи, и выращивает завод «Витаукт» лаванду на плантациях в очень больших количествах. То есть лаванда для нас это интересное растение, которое нужно в оздоровительной медицине. Вот такие вот кустики. Обычно в природе они вырастают метр, полтора максимум. А им просто не дают вырастать выше, потому что их и всегда эксплуатируют. Обрезают верхушечки. То есть постоянно круглый год ее, не круглый год, а по необходимости ее срезать. Особенно ценный у лаванды вот это верхушечный прирост, где цветы находятся. Вот его и используют больше всего. Очень популярная и стала во всем мире, там и в Европе, в аптеках ее продают, и лаванду, и воду. Давайте поговорим сначала о ее лечебных свойствах, потом о питательных в виде. Там можно ванны принять, много ее направлений, где ее можно использовать, как приправы. О лечебных свойствах поговорим. Дело в том, что основные ее свойства – это за счет ее ароматических веществ, которые действуют на мозг. Вот подумайте внимательно. Когда человек принимает лаванду, у него мозг как бы расслабляется, успокаивается, умиротворяется. Конечно, такой человек будет больше внимательный, более такой обучаемость у него более повышена, когнитивные способности, еще по-другому если это назвать. Вот школьники, которые в школах учатся, тоже повысят свою эффективность обучения. То есть мозг работает лучше. За счет чего? Потому что ацетилхолиновая кислота как бы перекрывается, открываются сосуды, и мозг более насыщен кислородом. Это очень важный момент. Кроме того, смотрите, мозг, вспомните, травма мозга, отек мозга, боли мозга, и тут везде лаванда. А почему? Потому что даже в этом случае лаванда может помочь, она снимает вот это последствия травмирования мозга. Конечно, антиспазматические врачи назначают, но любые химические ноотропные препараты – они тоже помогают, но здесь более мягкий такой, более безопасный эффект. Поэтому при таких не сильно выраженных проявлениях проблем головного мозга и отека, то лучше все-таки растительные препараты. Намного лучше и безопаснее.
А если их сочетать с теми препаратами, которые там врачи могут назначить, конечно, но абсолютно друг другу не будут мешать. Наоборот, только взаимодействовать. Это эффект синергии. Поэтому взаимопомощь, если по-другому сказать, лаванда. Поскольку лаванда, кроме этого, еще обладает и снотворными свойствами. Особенно хорошо дети на нее реагируют. Вот бывают дети возбужденные, там что-нибудь такое, там по разным причинам. Детишкам вот, просто под подушечку положить такие лавандовые, такие вот в тряпочку положить. Или же просто водичку попить ребеночку дать. Или же побрызгать воздух, ароматизировать лаванды. Ребенку это понравится, он успокоится, умиротворится, и ему это поможет. Так вот, учитывая эти свойства лаванды, успокоительные, мягкие свойства, она аналогична с препаратом Нирвана. Я раньше рассказывал про этот препарат. Кто хочет подробнее узнать про Нирвану, заходите к нам на сайт, на канал YouTube. О Нирване уже хорошо было подробно рассказано. И там будет все подробная информация. Но основное действующее назначение Нирваны – это все-таки успокоить нервную систему, привести ее в порядок, снять вот этот стресс, усталость эту бесконечную. Человек не знает, как из этого состояния, депрессия особенно. Ой, как это наше население современное мучает. Это проблема номер один. Поэтому вот эти травки и вот эта нирвана, они великолепно друг другу помогут. Запомните, нирвана и лаванда. Вообще, композиция полная такая, помогающая друг другу. Но лаванда не только успокаивает, она еще обладает мощными антибиотическими свойствами. Антибиотическими. Это что? Противомикробными, по-русски говоря, по-простому, по-нашему. Вот. Бьет практически все микробы, которые у нас в гортани могут появиться, могут быть в носу, в ушах. То есть стафилококки, стрептококки, вся вот эта, которая банальная инфекция, которая постоянно мы получаем ее из-за того и болеем не потому, что мы ими заразились, а потому что мы ослаблены, иммунитеты наши не борются с этими банальными инфекциями. Вот здесь, конечно же, ой, как лаванда хорошо поможет. Но еще к этому можно было бы добавить и миртобиотик. Миртобиотик, опять же, препарат, который мы уже озвучивали в более ранних наших рассказах на YouTube-канале. Вы посмотрите, тоже очень великолепный препарат. Он делает то, что многие антибиотики не могут делать. То есть, во-первых, антибиотики всегда приводят организм к разрушению его иммунной системы, его кишечники, дисбактериоз. И не буду даже пугать вас и рассказывать, что там может быть от антибиотиков. В том числе могут ее оглохнуть и много-много такой побочки, которые вы даже не догадываетесь, которых может быть от... У меня, кстати, мать оглохла. От стрептомицина принимала, тоже лечилась. Вот так вот. Вот эти препараты, вот этих побочных эффектов никогда не дадут. Поэтому я вас убедительно, активно предлагаю все-таки, слушайте врачей, конечно, если назначают, соглашайтесь, но если не настолько опасная ситуация, не настолько все серьезно, то лучше лечиться все-таки фитотерапийными препаратами. Фитотерапия. Вот вам в данном случае, вот композиция, лаванда и миртобиотик. Кроме того, лаванда лечит весь желудочно-кишечный тракт. Смотрите, она... Вот желудок, пониженная кислотность желудка. Ну, что такое пониженная кислотность? Это уже хроническое заболевание, когда начиналось оно когда-то с гастрита, там, потом атрофия, и пошло и поехало, и пошло в атрофию, и не пониженная кислотность. То есть это уже следствие других заболеваний, запущенное следствие. И есть научные исследования, которые показывают, лаванда здесь помогает, восстанавливает эту функцию желудка выделять кислоту. Так что вот, возьмите на вооружение. Вы знаете, лаванда еще, поскольку она успокаивает, она еще рекомендована при гипертонии. Очень важный такой момент, потому что гипертония у взрослого современного населения – это бич. Это бич, потому что, ну, посмотришь, на 50% взрослого населения имеет гипертонию. А гипертония – это не безобидная проблема. Это причина многих таких смертельных исходов, как инсульт, как инфаркт. Поэтому шутить, конечно, с гипертонией ни в коем случае. Но лечить гипертонию так, как лечат врачи понижающими давление препаратами, это неправильно, я считаю. Это, да, действительно, они снижают, сбивают. Но они вылечат вас? Нет.
сосуды как были забиты холестерином, так, то есть там нужно комплексные подходы. Но лаванда снимет вот эти спазмы сосудистые, откроет сосуды. Это тоже один из способов помощи гипертоникам. Вот вам дополнительно, куда ее можно применять и нужно. Но и самое главное, я еще не сказал, ее можно использовать как в ваннах. Для того, чтобы использовать в ваннах, ну, берем, допустим, 5, 6, 7 ложечек столовых лаванды, кипятим в какой-то банке, допустим, в литровой, можно в двухлитровой, кипятим. Кипятить надо подольше, можно где-то полчаса, ну, чтобы хорошенечко закипело. Потом ее настоять, ну, настоять желательно там несколько часов, может быть, даже и сутки настоять. Она хорошенечко, когда настоится, только баночку нужно закрывать, чтобы они, эфиры масляные не летучились. Именно они обладают лечебными свойствами, все остальное не самое лечебное. И вот эти эфирные масла, когда мы делаем, применяем какую-то лечебную ванну, они, эти эфиры, вас приведут в такое благодушное состояние. Вы так расслабитесь, вы будете думать, как давно я не был в таком хорошем состоянии. Ой, после этого состояния мне хочется уснуть. И вы действительно это почувствуете. Так что попробуйте и применять ее и в лечебных ваннах. И еще одно попутное дополнение. Ее можно применять в косметике. Вы знаете, в косметике очень даже хорошо она помогает, особенно молодым людям, у которых угри, прыщи, вот эти гнойные, так всякие рубцы на коже. Вот обмывайте лицо лавандой или лавандовым маслом, берите каждый день, регулярно следите, уходят эти все угри. Потому что она убивается в порах. Она, конечно, поры не закрывает до конца, но она их чистит. И кожа становится другой постепенно. Поэтому и возьмите во внимание вот молодым людям применение лаванды для ухода за кожей. Кстати, очень много косметики на основе лаванды. Многие женщины, которые любят это дело, ой, как они любят это, они знают о ее полезных свойствах для кожи. Можно и, конечно, и в косметику покупать, но я вам советую все-таки вот свежую лаванду взять, отварить и готовым отваром свежайшим по утрам омывать себя. Как-то так вот. Тогда это вам более, это будет у вас такой гигиенический какой-то ритуал, вам это будет нравиться. И две пользы сразу. И вы и вдохновите себя на, как-то на рабочий день, на трудоспособность свою высокую. И одновременно помощь своей коже. А теперь давайте немножечко уделим внимание. Лаванда не только в лечебных целях и оздоровительных. Она может быть прекрасный пищевой продукт. Вот как чай. Просто взять и пить ее как чай, допустим. Вот я вам покажу, как выглядит вот лаванда, вот, если ее хранить в домашних условиях. Вот такой. Я покажу, как ее использовать. Обычно на стакан 200 грамм кипятка берут вот такую ложечку лаванды. Одну чайную ложку лаванды. Настаивают 5 минут, 5-10 минут, можно и 10 минут. Все, чай готов. И пьют чай, как можно с другими травами. Великолепный вкус у нее, можно как чай. В пищевке еще ее применяют довольно-таки хорошо для лимонадов. Что такое лимонады? Ну, опять же, берут эту траву, настаивают в кипятке, допустим, так, добавляют туда же на 5 стаканов, на 7 стаканов кипятка, дают 3 ложки лаванды. Добавляют туда лимончика, 3 штуки сока, это где-то полстакана. Добавляют еще сахара полкилограмма. Правда, сахар надо отдельно растворить в воде, чтобы он растворился. Потом настой лимона сливают с сахаром и объединяют с экстрактом, с настоем лаванды. Все это тщательно размешивают. Постояло, в холодильник поставили, великолепный лимонад. Вкуснейший лимонад, такой нежнейший. Понравится, наверное, всем. Я его сам иногда бывает и пью. Лимонад. Теперь смотрите. Молоко лимонадное. Ну, берете просто молоко. Туда можете несколько щепоток лаванды закипятить и на ночь пить. Во-первых, и молоко лечит вам, если вы простуда, тонзиллит, гортань, там, все это вам поможет лаванда, воспаление это убрать.
И кроме того, это с молоком, оно как бы вам обволокет вашу гортань. Вот это кашель надрывный, все это как-то смягчится намного. Голос надсадный уйдет, оно вам поможет. То есть это вы почувствуете. Вот вам рецепт молока с лавандой, допустим. Да? В пищевой промышленности и в пищевке применяется как специя, улучшающая вкус у человека. Она действует на рецепторы языка и... Вкус этого человека, у этого человека улучшается, и он, аппетит повышается. Вот это у людей, которых ослабленных, истощенных, у которых ну, проблемы с этим всем. Можно не только таким людям, можно и гурманам, которые любят хорошо покушать, там мясо побольше. Но как бы для них это тоже хорошо бы, вот приправу с лавандой. А еще лучше, конечно, в комплексе. О, это вообще было бы что-то нечто такое интересное, вкусное. Я бы туда посоветовал еще розмарин добавить. Они как бы и похожего действия, они с одного рода, с одного семейства, но у каждого свой необычный вкус. И там содержится урсоловая кислота, и здесь урсоловая кислота. Они улучшают выработку соляной кислоты. Но только сразу попутно скажу, что у людей, у которых повышена кислотность, ну, наверное, там надо с осторожностью к лаванде, ну, потому что она повышает кислотность. Так что, и когда и так повышена кислотность, ну, там, наверное, надо быть чуть поосторожнее. Вот как приправу не только розмарин можно предложить. У нас еще в коллекции у компании «Ивитаукт» и у компании «НТК «Жизненная сила» тоже великолепная приправа. И мелисса можно. Кстати, мелисса, лаванда и нирвана, они все направлены на успокоительное действие. Кстати, еще и мята в этом же направлении действует. Мята, душица, мелисса и лаванда, они все мягкие успокоители. Поэтому их можно в комплексе применять, можно и нужно. Они хорошо друг другу поддерживают, помогают. А сама по себе лаванда хорошо, а когда они все вместе, эффект будет намного шире, намного выраженней, четкий такой, яркий такой эффект. Поэтому лучше их все-таки в композиции. Вот в народной медицине очень любят делать такие комбинации лекарственных трав. И я тоже сторонник таких, не односторонних, не монопрепаратов, а именно таких композиций. И в данном случае я вам рассказываю одну из таких очень правильных и нужных композиций для случаев, когда перевозбуждена нервная система. Кроме мяты просто у нас и мелиссы, у нас еще есть у нашей компании вот такой, это не препарат, это чай. Называется мелиссиана. Такое нежное, ласковое слово. Мелиссиана. В Германии его продают во всех лавках, аптеках церковных. Церковных аптеках. Там у них популярно, там у них в каждой церковной огородах, там у них это все это развито. Там они выращивают эту мелиссу и своей пастве продают. Ну и в аптеках она тоже, конечно, продается. Мы тоже, конечно, решили вот такой чай, видите, на фоне храма нашего русского, сделали чай наш российский, мелиссиан, под названием мелиссиана. Кстати, очень вкусный, можно и в обычный чай добавлять. На ваше усмотрение, мне понравилось, мне лично нравятся вот эти чаи. И, кстати, у нас чай есть и в такой упаковке, вот заводские упаковки от компании «Витаукт». У нас есть чаи и в таких вот упаковках от компании «НТК «Жизненная сила». На ваше усмотрение, как вы хотите, можно вот такие упаковочки. В принципе, состав тот же самый, но упаковочки немножечко отличаются, да и цены не отличаются. Поэтому на ваше усмотрение. У нас есть и душица вот в таких упаковочках, у нас есть и мята вот в таких упаковочках. Так что... Посмотрите, походите по сайту Garbuzov.org или на сайт Vitauk, посмотрите, там это все это есть. Посмотрите, я думаю, вас там много чего заинтересует. Давайте более внимательно проговорим, почему лаванду так очень любят применять в церкви. Внимательно послушайте. Из нее делают ладан. Туда в ладан добавляют много разных компонентов. Туда и мирт могут попасть, там и ладан, есть такое вещество в природе. Но и лаванда туда попадает. А почему? Ну давайте подумаем. Раз она успокоительна. Она человека настраивает на какое-то вдохновение, на какое-то единение с чем-то высшим. Ваша душа расслабляется. Хочется освободиться, ну типа как полет какой-то некий. Вот поэтому, наверное, и лаванда входит вот в церковных этих обрядах. Там они и украшают эти
ризы свои лаванды, там, и в праздники они всегда, это все полы там лаванды, там, букеты лаванды, это обязательно какой-то атрибут в европейских церквях. Я думаю, и у наших это тоже многих это пропагандируется, используется. И поскольку лаванда успокаивающее действие, то это и объяснимо, как она действует на мозг. То есть умиротворяюще. Я вам чуть-чуть там недавно рассказывал ранее о Клеопатре. Как она привлекает? То есть умиротворение вот этого аромата, наверное, как-то влияет. Вот как это накошек валериана, помните, накошек, они не могут, они возбуждаются, они там млеют этой валерианы. Ну, наверное, каким-то образом такой умиротворяющий, как-то вдохновляющий. Там, лаванда действует на людей. В том числе и, наверное, и на мужчин. Но их тоже просто-напросто делает более такими спокойными, более такими общительными. Ну, наверное, в этом плане и она снимает и не только это. Она и депрессию снимает, как и нирвана. Вот как-то все это вам будет, наверное, интересно. И статистика современная показывает, что депрессия – это болезнь 22 века. Чем дальше, тем хуже. То есть это заболевание людей приобретенное. Раньше не было этого заболевания. Вот еще в те 20 веке, там, 19 веке не знали, что такое депрессия. Ну, были там какие-то случаи. Но теперь у нас это поголовно, вы знаете, это как бы все растет. Ну, потому что какое-то время наступило, что на людей это вся давлящая ситуация вокруг, это безработица, трудность с деньгами, там политическая обстановка, телевизор нас угнетает. И, конечно же, не всем эта нервная система может с этим напрягом справиться. Некоторые люди уходят из этой жизни в депрессию, прячутся от жизни. И им эта жизнь тяжело дается. Есть люди, которые замыкаются в себе. Вот здесь, наверное, все-таки тоже лаванду бы стоит попринимать, как бы расслабить мозг, успокоить себя. И человек опять вернется в нормальное русло жизненное. И я думаю, что спасибо нам за это скажет. Друзья, дорогие, ну, на этом наш рассказ о лаванде я заканчиваю. Я надеюсь, что он многим поможет, многих он заинтересует. И вы начнете спрашивать, а где его найти, где заказать? На нашем сайте. На сайт заходите garbuzov.org. И в разделе «Травы лечебные» найдете. И найдете все препараты, и в том числе по заболеваниям. Вы можете указать там на сайте свою проблему по здоровью. Обязательно ответим. У нас работают тут специалисты, в том числе и я участвую в ответах и консультациях по трудным заболеваниям. Уверен, что в любом случае, даже если вы как пищевку или как приправу закажете лаванду, то тоже это вас обрадует. Дорогие друзья, если вы хотите узнать о других наших лечебных целебных растениях, то подписывайтесь на наш канал, поддержите нас, нажмите на колокольчик. С вами был Геннадий Гарбузов. Всего доброго, здоровья!